Первый этап 4-го открытого конкурса художественного слова «Мне строки душу согревают» собрал более 140 чтецов из Заречного, а также Пензы и Шамышейки. Иногородние конкурсанты не выступали перед жюри лично, а присылали на конкурс свои выступления в видеоформате. Зареченцы же демонстрировали свое мастерство декламации 29 ноября во Дворце культуры «Современник». В этом зале в конкурсе принимают участие 102 самых юных зареченца. Зареченцы – это воспитанники детских дошкольных учреждений. Около 40 человек учащиеся, студенты и жители нашего города. Тематика не ограничена. Очень много поэтов. Около 19 поэтов. Значит, посвящено творчеству поэтов юбиляров в 2017-2018 году. То есть размах творчества большой. Мы не ограничивали участников. Все участники конкурса «Мне строки душу согревают» распределены по 5 возрастным номинациям. Некоторые самые юные чтецы не просто выучили и выразительно рассказали стихи, а подготовили для номеров костюмы. Выступления всех малышей получились очень трогательными. В честь праздника победы орудия палят. Вокруг все было тихо, и вдруг салют, салют, ракеты в небе вспыхнули и там, и тут. Второй и третий этапы открытого городского конкурса художественного слова «Мне строки душу согревают» пройдут уже в 2018 году. Имена самых талантливых чтецов будут названы 16 мая. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».